в республике стало известно имя семьи года 2012. Награждение проходило во Дворце детского и юношеского творчества. Наш корреспондент Оксана Александрова узнала, в чем секрет семейного счастья. За звание семьи года в республике боролись 149 семей. Но семья Сидоровых оказалась лучше всех. Она отличается трудолюбием и сплоченностью. Татьяна и Игорь создали семью 20 лет назад. Они тогда оба были студентами. Сейчас у них 5 детей. Самому старшему 12 лет. Младшей дочери 1,5 года. У семьи уже есть свои традиции. Каждое утро у нас начинается с овсяной каши. А заканчивается стаканом молока с медом, колыбельной песенкой и сказками на ночь. Все праздники, семейные просмотры, совместные фильмы с последующим обсуждением. Даже мультики вместе смотрим, и все, папа нас объясняет, что к чему. Силлеровы не ожидали, что станут семьей года. Мы предполагали, что мы победим в номинации «Многодетная семья». Да. А что победителей всего конкурса, конечно, нет. Потому что достойных семей у нас в республике очень много. И оценивается ведь не по количеству детей. По мнению Татьяны и Игоря, чтобы быть счастливой, нужно работать и не лениться. Все знаем, что надо делать, да? Надо трудиться. Сказали, рожать и растить детей. Все, это если каждый будет этим заниматься, все само собой будет получаться. А сейчас же все хотят сразу и все. Так никогда не бывало в жизни. На празднике также отметили и творческую семью. Ею стали Соловьевы из Комсомольского района. Татьяна и Николай оба любят петь и танцевать. Хранительница семейного очага Татьяна преподает танцы в школе, а еще занимается в районном ансамбле. Недавно она вместе с коллегами побывала в Турции. В семье Соловьевых дети пошли по стопам родителей. Они тоже любят петь и танцевать. Катя и Даша занимаются в школьном ансамбле, а без 6-летней Яночки в садике не проходит ни один праздник. Глава семьи Николай вместе со своими дочерьми участвует во всех праздниках. Как он говорит, с ними я чувствую себя очень веселым. В чем секрет счастья? Многие спрашивали участников. Ответ оказывается слишком прост. Любить и уважать своих детей, свою работу. Оксана Александрова, Николай Яковлев, Республика.